И всем привет! Сегодня тренировка чего? Спины. Увидите дальше. И упражнение, тренировочка на спину началась с задней дельты. И сейчас мы будем делать что? Вот это. Тяга верхнего блока. 115 килограмм. Следующее упражнение у нас какое? Это тяга в камере. В общем, линчиков по тяжелому, повторов на 10. Второй рабочий. Так, и третий рабочий, по традиции, сделаем 3 сета. Третье упражнение, заключительное на спину, тяга блока, узенькая.
также в трид или дроп сети, еще пока не решил. Сил нет. Не удержать в руках обломки скал, не отыскать того, кто ветром стал, не пожалеть и не сказать прости, и не успеть его уже спасти. Не удержать в руках обломки скал, не отыскать того, кто ветром стал, не пожалеть и не сказать прости, и не успеть его уже спасти, не удержать. Фу, еле живой. Ну что, ребят, на этом тренировочка окончена. Тренировка спины. Три базовых тяжелых движения, три подхода, в конце дроп или три сет, то есть со сбрасыванием веса. Ну и в конце качнул одним упражнением банки, заднюю дельту и пресс. И теперь 40 минут кардио до дома. Погода страшная. Наслаждаться жизнью, ценить ее каждый момент. Ведь когда-нибудь внезапно она может закончиться, не дай бог, конечно, или попасть в аварию, или еще что-нибудь, и уже не получится ездить на велосипеде. Так что надо радоваться. Радоваться этим моментам. А я еду туда-туда, далеко-далеко. Надо, кстати, посмотреть, сколько до дома. Наверное, километров 20. От дома до работы. 20 километров. Если бы погода позволяла, можно было бы каждый день так ездить и жрать. Можно было бы больше. На самом деле очень какая-то странная ситуация произошла. После подготовок и соревнований в последнее время появился какой-то очень лютый аппетит. Все время хочется жрать. Пожрешь, опять хочется жрать. Еще пожрешь, и опять хочется жрать. Вроде желудок полный, прям даже чересчур. Но ни хрена, аппетит какой-то очень странный. Наверное, что-то психике моей передернулось. Зато заниматься в кайф. Есть силы. Тяжелые тренировки, большие веса. А на этой сушке, блин, поднял и уже устал. Так что вот такая вот хрень. Ветер сильный, тяжело крутить. Но мы справимся. А я почти уехал от грозы. Точнее, она, сволочь, догоняет меня. Но я давлю на полную. Мы уйдем от нее.
аварию попали. На самом деле я тоже разочек, помню, врезался в джип. Ему в дверь вроде бы, если не ошибаюсь, на перекрестке. Сломал двойной обод, колесо разбил и палец поцарапал. И потом медленным шагом направился к джипу. Дело было летом, я был в майке. И чувак почему-то ударил по газам. Не знаю почему, чего он испугался. Хотя, наверное, некоторые при моем виде могут подумать, что я очень страшный и злой. Но вы что, вы же знаете, что я добрый, пушистый. Практически. Да? Еще мне нравится, как люди на меня смотрят, когда я еду и разговариваю с какой-то маленькой коробочкой. Что они думают? Хотя, в принципе, это ж большой город. Тут привыкли к странностям. Потому что на выходных я ездил в метро в костюме Капитана Америки. Ну и так люди реагировали. Не так много фотографировали и были удивлены. Наверное, им уже все приелось. Но ничего, мы еще шикернем их. Да? Ребзи. И вот, ребята, мы добрались до дома. Все-таки я попал под ливень. Правда, хорошо хоть последние 5 минут. Не страшно уже. Ну и на самом деле, в этом есть какая-то романтика. Ехать летом под дождем. Не холодно. Прикольно. Мокрый. Ха, и счастливый. Так что, ребятки, на этом видео заканчивается. До дома я добрался. Сейчас пойду мыться, жрать и спать. Всем спасибо. Коронный щелчок промок, не работает. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем мир. Пока-пока.